Всем привет! Я тут решил оживить заглохшую было передачу «Славянские корни» и поговорить о масле. Вообще говоря, оживление славянских корней я собирался сделать другой серии, но случился творческий затык, поэтому ту серию я доделаю позже. А пока вот что. Все говорят слово «масло», но никто не может, наверное, толком сказать, что оно значит. На первый взгляд это просто набор букв. Но вот есть, например, в украинском языке слово «алия» вместо «масла», а еще в украинском есть слово «мастило», то бишь «смазка». Ага, вот так подбираем ключик к маслу. Масло ведь тоже смазка. Так масло – это то, что смазывает. Есть одно правило, которое языковеды не пишут в своих книгах. Правило таково. Если любое слово произносить медленно, то между двумя согласными всегда возникает «ы». Давайте применим его к маслу. Масло. «С» меняем на «з», получаем «мазыло». То, что смазывает. Вполне старославянское слово, которое со временем превратилось в привычное нам масло, утратив звонкость «з» и букву «ы» между согласными. До новых встреч!